Новое место, новые идеи, новая Республика Kids. Центр творческого развития открывается сегодня, 1 октября. У вас на самом деле очень чудесные вещи происходят, которых в моем детстве не происходило. Все вот это я сверяю с сынулькой, с дочкой, с нашими учениками, со своими фантазиями родом из детства. Увидел, какие здесь есть у вас возможности потрясающие. Таких школ я еще в Москве не видел. Я бы никогда, наверное, не ушел, никогда бы не пропустил свое занятие, если бы попал в такую школу. Это просто действительно школа мечты. Я всех нас с этим поздравляю. Ура!